Доброго всем времени суток, с вами Тексер. Продолжаем играть в Баратравму. Довольно интересный симулятор подводной лодки в подледных океанах Европы, спутника Юпитера. Я тут почелночил между городами предыдущим, ну короче, возил по 700 денег за рейс. Где-то по коробке патрон почти выстреливая каждый, ну в принципе нормально. Это безопасно, это можно фармить деньги. Нафармил и сейчас затариваемся. В принципе, я хочу хорошо вот так затариться реакторными стержнями. А баллоны, баллон черт его знает. А, этим всем мне пользуются деньги, моя лодка это не умеет. Снаряжение. Я, наверное, возьму сейчас себе какой-нибудь как он называется-то, не инженер, он называет так, кислородный баллон. Вообще надо там умеющийся заправить, ну ладно. Давайте затаримся гарпунами. 5, по-моему, ружье влезает. И возьмем, собственно, само ружье. Так, больше нам отсюда ничего, пожалуй, что не надо. Пару ящиков с боеприпасами возьмем. Нормально, у нас остается 13 тысяч. И возьмем мы офицера службы безопасности. Ну, у меня выбор взять медика, взять офицера службы безопасности. Потому что, как вариант, взять еще одного помощника. Я, строго говоря, могу двух помощников взять. Смотрите, одинаково зовут. Еще одна Даня Сирана. Кстати, еще одного помощника было бы здорово. Давайте попробуем. Помощник. Мне нужен помощник с медициной, с хорошей. 16. 20. 17. Оружие 58. Оружие 22. Нет, что они имеют в виду под оружием? Вот ручным оружием? Нет, давайте возьмем офицера безопасности, потому что хватит дармоедов. Они у меня, конечно, качаются, но как-то они странно качаются у них. Вот помощника новой специальности не появилось. Нанять. Берем. Все. Прекрасно. Осталось 2000, мы это дело занычим. Пусть оно остается. Далее. Вот между этими катался. Это наш старый город. Тут всегда есть миссия отвезти за 700 денег. Можно жахнуть молотоглава на обратном пути сплавать. 2000 дадут. Опасное создание. Либо можно сплавать куда-то еще. Тут артефакт пока не рискуем. У меня вообще появилась мысль сделать свою лодку. Потому что это не очень нравится. У них тоже герой. За 2000. Химикат доставить за 500, это еще хуже, чем обратно возить. А, уничтожить роя медикамента 700, рой 1000. 1000. Давайте попробуем рой за 1000 уничтожить. Рой за 1000 в студию. Очень бестолковые боты, просто очень. Так. Ну что, наша куча народа. Давайте посмотрим. Мне говорили, что тут она в мидиле, я просто... Да, вот он стоит, я просто их не видел. Вот они, ящики стоят. Давайте отнесем. Так, у нас еще плюс ко всему, ни хрена не заряженные наушники наши. Великолепные. Я так понимаю, нам это в ручном режиме все делать придется. Потому что эти дятлы ни хрена не могут зарядить наушники. Я уже посылал. У них мозгов не хватает, чтобы зарядить наушники самостоятельно. Так, еще две обоймы у нас тут лежат. Прекрасно. Так, ты капитан у нас. Давайте снизу пойдем. Так, скотина, у тебя наушники заряжены. Просто меня их выбешивает их. Офигенные. Зарядить. Вот ты пойдешь зарядить. Товарищ Феникс Чапман, чтоб ты ни был, служба безопасности, а вот наш инженер. Товарищ инженер, позвольте вас побеспокоить. А, мне нужен работающий реактор. Что вы на это мне скажете? Вы скажете, что вы лохи. Топчутся. Мы пока пристыкованы к станциям, мы любой фигней можем заниматься, мы никуда не утонем, ничего не произойдет такого. Так, не тут. А, вот там ящик у нас стоит. На мидиле стоит ящик. Давайте мы его возьмем и куда-нибудь упрем. Я не сомневаюсь, что в нем лежит гарпунное это ружье, и в нем же лежит... Да что ты будешь делать? И в нем же лежат наши доблестные урановые стержни, каковые любой уважающийся инженер должен носить с собой, как минимум. Как максимум хранить в шкафу.
Мы послали стажера заряжать там все, да? Сейчас мы посмотрим, как он это проделал. Зачем тебе подводное снаряжение? Ты не охренел ли, юный подаван? А что тебе не так? Че не так-то? Так, вали реактор запускай. Быстрее вали реактор запускай. Блин, где это стоит? Это скафандр вообще. Шастает. Скафандр сдал. Кузел. Ну-ну-ну. Реактор у нас сегодня будет запущен, нет? У нас нет кислорода, не спорю. Так, вроде завелся, да? Заряжай на соточку. Сейчас мы со всеми разберемся. Че, бейджик? Стрельни личность, нафига он тебе? Так. Ты не пошел, да? Зарядить. Какие батареи зарядить? Наши или вот эти вот наушников? Я хрен его знает. Ну, я с ними совсем сейчас разберусь, с батареями. Что, куда деваться? Так, юный подаван. Ты пойдешь у нас на пушку. На пушку пойдешь на верхнюю. А мы займемся капитаном, который какого-то хрена носит маску. Фуражку носи, дятел. Так. Займитесь ремонтом техники. Сейчас все займемся ремонтом техники. Сейчас все вам будет. Сейчас только мы все зарядимся. Потому что мы же сами-то зарядиться не можем. Глупые же все. Надо, чтобы кто-то зарядил вручную. Давай. Я их по очереди заряжаю, просто чтобы не забыть, кому зарядил, кому не зарядил. А я сами даже не могу батарейки зарядить. А, вообще, где-то у меня были батарейки. Кстати. 50. Хорошая идея. Хорошая мысля приходит после. Где-то у нас жили батарейки. Батарейка. Так, а вот давай посмотрим. Ладно, вроде работает. Ну ты бы еще поставил в реактор там. А то как не кошерно. Тут что у нас? Тут кислород заряжать. Тоже, кстати, надо. Так, ну где-то у нас должен быть ящик с батарейками. Черт, с два. А, тут лекарство, тут не то. О, что я положил? Брось на место. Шприц, пистолет, положи. Оружейная стойка, ага. Так, вот еще какой-то ящик. А, это тот же ящик. Нет тут батареек, ни хрена. Придется заряжать. Раз батареек нет, я не знаю, где у меня еще шкафы есть интересные такие. Возможно, наверху у меня есть шкаф. С батарейками. Да, какой-то тут есть. Да, есть с батарейками. О, живем. Так, Кэп, тебя зарядили. Стой тут. Следующий. Офицер службы безопасности. У офицера службы безопасности все хорошо. А, броник у него есть. Надень каску. А, дубинка есть. Тоже с батарейкой. Так, залезай. Мы тебе дадим еще оружие. Так, лезь. Я не знаю, что ты гаечный ключ схватил. Я, видимо, тебя по ошибке отправил чинить. Я представляю, что там можно чинить. Мы сейчас тебя снабдим оружием. Отсюда даже. А, вот тебе ружье. Угу. Вот тебе пистолет. Ты у нас суровый чувак из безопасности будешь. А теперь ты пойдешь на пушку. На нижнюю. Продолжаем двигаться. Так, ты. Айда. Я знаю, где батарейки. И покажу тебе их. Вот батарейки. Это офигенная злая магия.
Я не уверен, что он сможет самостоятельно зарядить, отправить, поэтому я его сейчас вручную отправлю заряжать. Благо, тут в батарейных отсеках до хрена места. Так, отлично. Бегай, чини, все. Занг. Я, конечно, понимаю, что ты у нас орел, каких свет не видывал. Ну, давай мы в реактор поставим еще стержней. Перегрев. Вот перегрев пошел. Меня спрашивали, почему я реактор не запускаю выше. Вот оно. У него идет перегрев. Так, прекрасно. У тебя тоже проблемы с батарейками. Кстати, у нас реактор вырубился. Сейчас все займемся. Все прекрасно сейчас будет. Так, батарейка. Сюда. Так, поменяли прекрасно. Иди. Ставь эту батарейку на зарядку и опять будешь лезть за реактором. Потому что реактор у нас опять вырубился. Так. Батарейка, иди сюда. Все прекрасно. Так. Запустить реактор. Все, все поменены, да? Да. Ну что, отплываем. Сохранение позиции, выберите направление экрана. Расстыковка. Станция Сонту. И где-то по пути нас ждет рой. Ну, как-то так. Офицер у нас стоит у орудия. Эта клизма тоже стоит у орудия. Механик у нас бегает. Чинит поврежденную систему. Это стоит на реакторе. По идее, нам тогда нужен... Да куда ты пошел? По идее, нам нужен еще один инженер. Где мы сам? Нар. Что с энергией-то? Я кого-то не туда отправил. По идее, нам нужен тогда еще один инженер, чтобы бегал, чинил, потому что реактор... Ну, кто-то должен стоять на реакторе. Вот. Хоть кто-то. Все, отплыли. Все-таки надо свою лодку, потому что вот лодка, у которой вот тут пушка, ну, нижний перекрыт у нее, да. А верхний, вот этот горб ей мешает. И верхний горб она не способна перекрыть. А дорогой осталось 650 метров, я так чувствую, мы сейчас в бой вступим. Но на нижнем у нас вроде стоит офицер безопасности, суровый мачо, который там всем люлей выдаст. Так, ручное, вверх. Сейчас нам люлей-то дадут. Стреляют. Нормально. Я не знаю, это рой или что, это мы уничтожаем. Да, рой вроде далеко. В кого мы тут лупим самозабвенно, я даже не знаю, рой это не рой. Сейчас патроночек кончится. А до роя мы еще не добрались. Ну и, собственно, и твари до нас не добрались, эти гнусные. Я так думаю, это еще пока был не роет, какая-то фиготинь была. Но мы отстрелялись. Я, кстати, очень опасаюсь, что у меня сейчас кончатся патроны, а мозгов у этих орлов не хватит за патронами-то пойти. Ну, смотрите, сколько тут тварей. Я надеюсь, они их убивают. Я просто сейчас на пушке... О-о-о! Где-то вода пошла. Я на пушке сейчас не могу переключиться. Где вода-то? Льется уже. Чините давайте. Да, нигде не заливает, все нормально. Возможно, балластные цистерны сейчас затапливаются. Так, нормально. Давай протечки будем закрывать.
Да, он пошел за топливом в нижний отсек. Прекрасно. Все, протечки нет, продолжай чинить. Живем. Протечка где-то. В балластном, что ли? Скребет когтями по корпусу. Так, стоп. Автопилот, сохранять положение. Надо пробежаться по отсекам. Еще. Нет, ничего. Он какая-то фигня мелкая плавает. А, видовая. Так. Че, сам заряжаешь, нет? Похоже, сам заряжает. Ну да, нормально. Тогда нормально все. Так, капитан. А, ручное, погнали. Так, механик наш. Протечки, давай за ремонт. Пройти надо выше роя. У ёлки. Вот это мы втопили. Не надо на такой скорости плавать. Это чревато. Надо скромнее быть. Я надеюсь, там с реактором все хорошо. Вообще надо запасаться уранными стержнями. Потому что я тут один раз встрял, вообще без энергии оказался. И было все печально. Так, рой где-то там. Идти надо. Вот он, рой. Вверх. Домочите вы их. О, как все печально. Рой уничтожен. Окей. Выведите. Выведу. Если не долбанусь. Чё с энергией-то? Так. Нам на станцию Сонту надо. Автопилот. Станция Сонту. Давай, сам ищи. А мы пойдем на пушки посмотрим. Чё тут у нас? У нас дохлый труп падает. Все нормально. Мы всех разобрали. Так, мы за сколько? За 1000, по-моему, подрядились, да? С 3 часов. Снизу это. А там свой человек есть. Так, ну что? У нас неизвестно где, что ли? И завис. Станция Сонту. Давай. Двигайся. Реакторный займитесь. Вот реакторный это сложнее. Вот сейчас мы опять без энергии останемся. Мало ли насос в порядке. Недостаточно энергии. Давай, что тут у нас? Давай, энергия есть. Что чинить? Надо что-нибудь чинить? Ничего не надо чинить. Реактором занимайся. А чё выработка такая паршивая? Все, нормально? Отлично. Так, бегай чини. Капитан, ты капитан. Капитан Арбайтон. Станция Сонту. Давай. Ну, вроде реактор в автомате сейчас пашет. Но там сейчас сядет урановый стержень.
Я, к сожалению, у меня карты нету. Я вот, блин, не знаю, куда мне плыть. Мы сейчас почти посередине. Я сам-то управляю как-то... Ну, у меня лодка побыстрее плавает, чем под управлением капитана. Так, этот Жанг. Недостаточно энергии. Вот, все. Жанг. Я знаю, почему у нас недостаточно энергии. Быстрее, бегом. Да, блин. Люк еще без сенсоров, что ли? Кто-то скафандр бросил. Дятлы. Бум. Да. Так, товарищ Жанг. Давай дальше, при поврежденную систему чинить. Кэп, ты вообще охренел. Вы бы знали, сколько я время трачу после того, как после рейса, чтобы привести в порядок лодку. Там брошенные инструменты все собрать и так далее. Это пипец. Скафандры не просто бросают, где он не нужен стал, бросили и все. Подобрать они его не могут. Они его могут одеть и в нем дойти до... отсек со скафандрами. Но если там пустой баллон в нем, то они задыхаются. То есть если скафандр с пустым баллоном, то неплохо бы еще взять баллон полный в него зарядить, прежде чем его брать нести. В общем, потом баллоны пустые надо отнести в регенератор и там зарядить, потому что ну они не могут заряжать. Вот у них тут, конечно, вагон всякого, да? Вот тут еще вагон всякого. Нет уже. Зарядить батарейки. Что они под зарядкой батареек понимают, я не знаю. Но они в панике куда-то бегут, но ничего не происходит. Поэтому товарищи довольно тупые. Вот только с ремонтом все четко. Ремонтируют они, да. Без проблем. А на реакторе я предпочитаю плавать на автомате. Потому что... А вот что ты вниз-то идешь? Чудище ты лесное. Бум. Да, молодец. А, у нас впереди, да, протечка. Давай, иди туда. Там говорят, что-то есть. Нужно подводное? Возьми подводное. Тем более, да, там протечка в медицинском отсеке. Иди порядок наводи, чудище. Так, вроде нормально. Пошло. Да, и в балластную пошло. Все нормально. Ну, я так думаю, он заварил. Сейчас будет бегать в скафандре, как идиот. Нет, смотрите, он его бросил. Айда сдавать. О, постреливаем, хорошо. Прекрасно. А, бегай дальше, чини. Кэп. Капитан пошел вниз. Вот что он там забыл? Кэп, ты вот тут должен. А, двигаться к цели. Да, двигаться к цели. Есть такая штука, цель называется. Нам туда надо двигаться. Так, ты реактором займись. Запустить. Так, он задумался. Мы, кстати, от кого-то стрелялись, похоже. Воздух 68. Фига тень какая-то с воздухом. Но я капитана боюсь даже оставить. Вот смотрите, вот он сейчас стоит. Мы никуда не двигаемся. У нас типа удержание позиции. Да? Ладно, ручное, пошли. Да не ты пошли. Он там пошел. Вместо того, чтобы в лодке пойти, да. Ладно, поплыли на ручном. Задолбал меня этот капитан. Тем более тут беда какая-то с воздухом. Чем вызвано, не знаю. Сбегай, почини. Вроде починил. Да, брат, к реактору. Вот так и дергаемся.
Не, нужен еще один инженер, который будет бегать чинить. Итого нам нужен медик и нам нужен инженер. А можно гибрид медика с инженером. Ну, как видите, вот вроде на ручном управлении нормально веду. Все хорошо. Но зачем мне нужен капитан? Капитана намыло. Какая-то экспаем идет. Ну, вот какие-то скиллы, может, что-то. Ничего такого нет. Так, ну все, вон станция где-то там. Я думаю, что не приплывем. Там 600 метров. Команда Филлипс развивает навык электрика до 31-го. А, так у нас как его, механик в инженера. Ай, мутирует. Сейчас приложимся. Ой, сейчас приложимся. Нет, нормально, удержались. Увлекся. Возможно, из-за того, что тут сложная конфигурация вот этой пещеры, на навигатора тупит-то и напало. Реакторный отсек. Займись ремонтом техники. Займись ремонтом техники. Я надеюсь, реактор там на автомате стоит сейчас. Нам только над этой глубиной офигительно не хватало вляпаться без энергии остаться. Кстати, смотрите, капитан получил управление там какого-то уровня. За счет того, что я им рулю. Собака страшная. Экспа там только капает. В общем, самые работящие это стрелки. Стрелки, они работают, в отличие от остальных дармоедов. Ой-ой-ой-ой-ой. Забалтываюсь. Просто забалтываюсь. Оно словом приложиться может ощутимо весьма. Давай, 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 назад плыви. Тут такой как духлый водомет стоит. Ну, я думаю, может, в следующем видео попробуем редактор посмотреть, что тут дает. Хотя, с другой стороны, тут лодка уже далеко продвинулась, ее уж как-то жалко бросать. Но, в целом, лодки тут дерьмище старое. Болтает-то ее, да? Минус 2, минус 1. Отлично, вот так. И вот уменьшаем уже скорость подъема, чтобы ни во что не приложиться. Соединительный отсек займите ремонт техники. То есть она постоянно протекает, постоянно там что-то дохнет. Инженер вообще шуршит, как электровеник. Одна радость, у нас гаечные ключи не снашиваются. Давайте, давайте, 300 метров. Ну, мы, в общем, пришли уже. Уже все хорошо. Оценивать, чего у нас тут, собственно, какая у нас разруха с этим, с ресурсами. Ну, стержней урановых прикупить, там все такое. Это мы уже будем в следующей серии, я думаю, палубу драить. Выкидывать то, что не нужно. Выкидываю то, что не нужно, я просто, у меня человек в скафандре выходит и просто бросает за борт. Я не знаю, где-то в игре это засоряется, не знаю. А, недостаточно энергии, вы что, издеваетесь? Иди к реактору. Запустить. Хары чинить. Реактор запускай. У нас там беда какая-то. С реактором я встрял, я сожрал последний урановый стержень в нескольких сантиметрах от люка станции, и все. И лодка так это, почти коснувшись базы, пошла на дно. Если кончается энергия, то лодка просто тонет. Сильно газовать не будем тогда. Не знаю, что там с реактором, возможно, стержень кончился, может, чуть-чуть. Так, станция Сонту там. Причем с по времени полчаса нормально. Где-то так миссии укладывается минут в 30-40. Так, надо скорость уменьшать, а то мы сейчас увлечемся. Тут не скорость, тут тяга странная. То есть, на самом деле, если я досуду уменьшу, лодка начнет тонуть, потому что и тяги не хватает. Это не вектор скорости, это направление силы тяги. Ой, мы вперед как хорошо двинули-то. Так, что там у нас? 73 уровень у кого-то. Насос работает. Хорошо. О, вот оно приехало. Сейчас будем ювелирно стыковаться, да? Будем.
Куда деваться-то? Авианосец-то как? Моторный отсек. Вот только у меня мотора сейчас не надо. Так, назад. Один. Минус один, нормально. Вот здесь скорость спуска есть. Это действительно скорость спуска, блин. Это не скорость подъема. Тут главное не приложиться сейчас. Оба, есть. Так. Вверх. Еще вверх. Еще вверх. Нормально. Вот сейчас должны пристыковаться нормально. Давай чуть туда и чуть туда. Народ, не пищите, сейчас пристыкуемся. Есть, стыковка. Так, вы стоите в доке. Все прекрасно. Че нажал? Так, ты кто? Офицер безопасности. У пушки стой. Так, ну что? А, давайте сонар вырубим. Все хорошо, мы пристыкованы. Народ, как жизнь? Ну что, капитан пройдет по отсекам, посмотрит на барахло. Так, скафандра нету. Кто пробухал скафандр? Да блин, не туда. Тут все хорошо. Так, тут чего? Ждать, сопровождать. Я понял. Башкой тупо стукнулся. Так, все норм. А тебе ждать. А, вы, ребята, вам нужно как-то тут поработать с зарядкой всего этого счастья. Отключись, стрелять не надо. Вот, например, вот это что такое? Это патронный ящик. Пустой, я так понимаю, да? Он пустой. Хорошо, надо его выкинуть. Не знаю, кто из вас в скафандре сейчас выйдет выкинуть эту дрянь. Но кому-то надо, потому что, ну блин, сколько можно? Эй, стоим бы. А, я понял. Брось тут. Да брось ты. Все, это был пустой ящик. То есть ящик мы расстреляли. Нам сюда надо принести два ящика. Пойдем принесем. Возможно, кстати, найду где-нибудь скафандр сейчас потерянный. Вот, у них нет команды принести ящики. Что сам? Мидель, повреждение. Что не так-то? Есть. Ну, хоть сами заряжают, и то хлеб. Так, тут что на полу лежит? Пустой, да? Понял. Погнали. Пустой, так пустой выкинем. Ох, тут тоже зарядка стояла. Или это скорость их перезарядки? Да, это их. Это батареи, которые лодку снабжают. Так, два ящика есть. Это что-то там чинит. Кстати, я даже не могу реактор вырубить, потому что сейчас у меня лодка стоит, хоть и подключена станция, она электричеством от нее не питается, нет. То есть сейчас со своего реактора мы кормимся. Так, сюда. Есть. Три ящика тут, а в эти влезает по одному, поэтому больше тут не поставишь при всем желании, да? Да.
Прекрасно. Вы, господа, ну, типа, свободны. Так, что у нас дальше? Дальше у нас товарищ при реакторе. Переведет собаку в автомат. Мы сейчас много не потребляем. Это что у нас, пустые? Оу. Вы посмотрите, как все печально. Так. Что из них пустое, что из них полное. Как понять? Вот это, я так понимаю, пустые. Что у нас в нем один стоит? Вот это все пустые реакторы, я же так понимаю, да? Давайте поставим, посмотрим. Ноль. Нулевка. Так, ладно. Просто я боюсь реактор выключить, потому что у них сейчас тогда... вот он, скафандр. Если сейчас выключу реактор, у них кончится воздух. Им будет нечем дышать. Вообще надо баллоны заряжать. Тут пипец, сколько у них работы. Так, ящик бери. Поломано. Не, нормально все. Так. Бросили. Бросили, бросили. Я надеюсь, они улетят при моем старте. Так, есть. У меня такое ощущение, что дверь погрызена. И... А, выключить. Уходит. Так, воздух есть, воздух есть. Батарейки сели. Мы перед следующим рейсом опять пойдем заряжать батарейки. Вот не задница ли? Так, давайте еще один. Нет, 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 слезь. Отцепись от лестницы. Энергии нет. Иди запусти реактор. Да пофигу с поврежденный. Реактор запускай. Брось, ладно. Я чувствую, пока сам не пойдешь, хрен кто еще запустит. А строго говоря, мне же и не надо. Так. Ты иди реактор запускай, а ты иди сюда. Ну нормально. Энергия-то есть. В общем, нужен какой-то хмырь, который будет следить за реактором. Он же, видимо, будет и медиком. То есть я, наверное, возьму еще одного инженера и попытаюсь из него сделать медика. Ящик берем. Ящик бросаем. Все, больше у нас мусора тут нет. Детектор воды. Сам-то откачаешь детектор воды? Вроде откачивает, смотрите. Прекрасно. Батарейка садится, воздух садится. Ничего страшного, сейчас разберемся. Так, тут что? Баллон есть. Вот, а пустой еще отнесем заряжаться. И у нас там будет таким образом запас баллонов с кислородом. Я буду просто туда подходить и заменять тогда у них. Может, они сами догадаются заменять, черт его знает. Вот, как-то так. Как с батарейками. Видите, батарейки нету, но... Мы делаем вот так, и батарейка есть. Она пускай заряжается.
снимай. И займись ремонтом. И ты займись ремонтом. А я пошел на капитана. Так, все хорошо. Ну, батареечками всех снабдить в целом. Ну, в общем, капитан пошел договариваться, видимо, на следующий, так сказать, наш поход. Куда мы пойдем. А то и просто на базу, и на базе мы сейчас сохранимся. Погнали. Ой, елки, дверью бонус получил. А вот и станция. Это пустое все. Да? Да, это пустое. Для чего стоит, не знаю, но нам оно не надо. Где мужик? Он мужик. Музык, привет. Да, хочу войти. Станция Сунд. Миссия уничтожения Роя. Все получено. Эти ребята все окей. Получено достижение. Что-то здесь я распознаю. Не знаю чего. Так, хорошо, карта. Уничтожение Молотоглава 2000. Можно будет попробовать на самом деле. Уничтожение Молоха. 5000. Нет, Молох рано. Молотоглав, я думаю, будет. Ну, у нас 3000. Я что-нибудь пофармлю, наверное, господа, потому что ремонт надо. Вот это сложно сказать. Ремонт всех стен. Давай, ремонт всех стен. Ремонт. Ну, не знаю, починили типа. Ладно. Что ж, на этом заканчиваем. Следующий рейд у нас будет, наверное, на кого-нибудь Молотоглава, Молоха. Ну, короче, на кого-нибудь за 2000. На этом все. Всего хорошего и до новых встреч.